Передвижная выставка «Рерихи и Кавказ». Также работа молодой художницы, дизайнера и педагога Лейлы Шуковой. Сразу две выставки открылись в картинной галерее музея-заповедника с экспозицией «Репортаж» Аллы Динаевой. Выставка «Рерихи и Кавказ» – это совместная работа Санкт-Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов и Пятигорского краеведческого музея. И посвящена она 105-летию посещения кавказских минеральных вод Николаем Рерихом. Летом 1913 года художник и мыслитель Николай Рерих впервые оказался на земле Кавказа, курортного региона Кавказских минеральных вод и его лучшего города, курорта Кисловодска. О выдающемся художнике, который является яркой фигурой русского символизма и модерна, философе, писателе, археологе и путешественнике Николае Рерихе, собравшимся, рассказал заслуженный художник Карачаево-Черкесии Мухаммед Хахандуков. Он известен тем, что поехал исследовать Тибет. Там он столкнулся с этими монахами и понял, что там древнейшие знания о древних цивилизациях. Он начал это исследовать и написал несколько больших книг. «Облака и единоборства» – эти и другие репродукции впечатляют. Выставочный проект «Рерихи и Кавказ» состоит из 5 разделов, каждый из которых открывают информационные баннеры. Красоту мира через восприятие молодой художницы, дизайнера и педагога Лейлы Шуковой можно посмотреть во 2-м и 3-м залах картинной галереи. Они у меня в разных техниках, в разных жанрах. В основном я рисую пейзажи, и я их рисую сухой пастелью, иногда акрилом. Картинная галерея – это первая выставка. До этого я проводила свою первую выставку при институте на 2-м курсе. Это было в библиотечном центре, а вторую выставку я провела в прошлом месяце, уже тоже в академии на 1-м этаже, вот на факультете дизайна и искусств. 47 работ Лейлы Шуковой, выполненные в разных техниках и жанрах, представлены в 2 залах картинной галереи. Я хочу поздравить молодую художницу с дебютом, с неплохим дебютом. Она занимается дизайном, она занимается живописью, графикой. Это прекрасно. Любое творчество – это прекрасно. Хочется ей пожелать всего самого доброго и дальнейших творческих успехов. Выставку «Рерихи и Кавказ» и работы Лейлы Шуковой можно посмотреть до 2 мая. Алла Динаева, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.